Всем привет, я Никита Власов, а вы смотрите телепроект «Звукосниматель» на телеканале ТНТ «Онега». Сегодня мы продолжаем знакомить вас с творчеством петрозаводских и даже шире карельских музыкантов. Новую серию программ мы снимаем в студии звукозаписи доброго друга и партнера программы «Звукосниматель» продюсерского центра «Фабрика грез». Вот, собственно, и вся прелюдия, тем более, что и музыканты уже подошли. Мы группа «Ничего хорошего», играем с 2005-2006 года примерно. Ну, наверное, хотим добиться только того, чтобы нас услышало как можно больше народу, услышал наши позывы, наши тексты, о чем мы поем, чтобы народ знал, что и существует такая группа из Петрозаводска, из Карелии, показать, что есть такие парни, которые задумываются о своей жизни и которые воплощают свою жизнь в музыку. А карьера, собственно, мы не думаем ничего. В первую очередь, для себя играем, ради, в удовольствие себе. Первая вещь называется «Огонь сердца». Песня про то, что, опять же, в жизни случается много плохого, но никогда не стоит опускать руки по этому поводу и двигаться вперед. И как бы в этой песне мы всех призываем, что, ребята, не надо унывать, надо слушать свой огонь своего сердца и двигаться вперед. Ну, то есть вы больше на позитиве, чем на негативе? Конечно, естественно, только позитив, ничего больше. Биты, боли, слезы на глазах. Я вступаю в эти битвы с вкусом жизни на губах. В этом пусть все до капли, холод, мысли, сердце зной. В этом пусть моя сущность, этот вкус, он только бой! Только бой! Только бой! Только бой! Раз я думал, поздно в жизни что-либо менять. Сколько раз я зубы стиснул, восставал с колен опять. Вопреки ухмылкам наглым и наперекор судьбой, шел всегда своей дорогой, оставался сам собой. Сам собой. Сам собой. Сам собой. Ветры дуют против, мое сердце рвется в бой. Эти ветры не задуют сердце моего огонь. Моя боль и мои раны делают меня сильней. Принимая бой неравный, свято верю в свою честь. Да я знаю, что настанет, мертвый слабость и черед. Но огонь моего сердца все равно зовет вперед! 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 Зовет вперед! Привет всем, это Drummers Pro. Сегодня хочу показать вам видео, которое было нарезано с концерта группы ККМ. Формат музыки у этой группы попсовый, и поэтому мне пришлось придерживаться битов, немножко вставляя парадидлы, чуть-чуть разбавляя в тарелке пушпулом. В общем-то, не просто бывает, когда хочется там ставить порой две бочки, там хочется и поиграть в латиноамериканские рисунки, но не всегда это бывает полезным,
То есть чаще это все же вредит формату, и я бы хотел посоветовать молодым музыкантам придерживаться вот именно рамок. И это будет выглядеть всегда лучше, нежели вы будете пытаться показать свою технику, там, наворачивать. Это будет только портить музыке. И поэтому старайтесь очень подходить вообще жестко к условиям и форматам, в которых вы участвуете. Сейчас я, допустим, играю и в джазовом направлении, и в народном, и с группой ККМ, в попсовом. И приходится, конечно, себя во многом сдерживать. Поэтому работайте над форматами, и у вас все получится. Спасибо. Вы смотрите телепроект «Звукосниматель» на телеканале ТНТ «Онега». За всю историю существования нашей программы мы ни разу не снимали так называемых ресторанных музыкантов, хотя предложения неоднократные были. Почему бы не сегодня, решили мы и приехали к сцене, возможно, самого известного ресторана в городе Петрозаводске. Замечательный, знаете, музыкальный проект, который называется «Окей». Мы молодцы! Окей! Ну, вокалом занимаюсь давно. Конечно же, в детстве была мечта стать такой певицей, прям на сцене, везде-везде. Но каждый выход на сцену – это, конечно, все от души. Как вы выбираете эту песню, которую петь? По душе, по сердцу, по восприятию публики, конечно же. Все, что в нас движет, я думаю, что это много значит для выбора песни. Потому что если людям нравится, то, конечно же, мы это исполняем. Thank you.
Вот и вся музыкальная программа на сегодня. Смотрите выпуски звукоснимателя на сайте телеканала по адресу tnt-onega.ru и в группе телепроекта ВКонтакте. Увидимся через неделю. Пока!